привет, пришла очередная хреновина из Китая. Пришла хреновина вот для этих наушников. Наушники бомба вообще. Купил я в свое время их с eBay за 300 рублей. И уже как порядка полутора лет они у меня живы. Живы. Ну как живы. Поменял аккумулятор и заказал гнездо. Гнезду пришел капец. Короче, они живы, они работают, но они в жутком состоянии. Я не знаю, как их реанимировать, так сказать, внешне. А так они полностью работают. Микушки нужно заказать на уши. Это потом как-нибудь найду, закажу. Так, давайте вскроем посылочку. Посылка шла очень быстро. Где-то она пришла за дней 10, наверное, может даже чуть поменьше. Обычные разъемчики для Nokia, старенькие. Естественно, пришлось заказывать много, потому что дешевле заказать много, чем купить по одному, потому что за доставку переплатишь морю денег. Так, сколько их тут? Не помню, либо 5, либо 10. А, 10. То есть это они маленькие такие. Я надеюсь, они подойдут. Что-то мне кажется, что-то не то. А может и то. Нет, по-моему, то. Да, то. Все правильно. Ну, я хрен знает, раздам их там друганам. То есть, оп, и будет у меня зарядка. И будет мне счастье. То есть там плюсовой пин на, как говорится, наебнулся. И штекер ничего с ним не сделать. А он не разборный получается. Может, конечно, он разборный, можно было посмотреть. Но я не стал заморачиваться. Я заказал себе новых. Ну, отдал я за это дело 250 рублей. У меня запасные вот теперь пины есть. Хода. А что еще сказать? Да ничего не скажу. Посылки очень мало посылок, потому что денег нету на посылки. Никто через меня заказывать не хочет. Ну как, посылки все равно идут какие-то. И мои, и не мои. Так что ждите новых видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.